No sign of any pursuit. We're already light years away from any Imperial forces. Then what's wrong? We have the entire galaxy in front of us. And yet, for the first time in my life, I don't know where to go. I hope you have a plan. We need to rally the Emperor's enemies. And I need to find someone that can teach me the things that Vader couldn't. Sounds like we're still hunting Jedi. And I think I know one that might still be alive. General Kota? Yes. When I fought him, he said it'd be part of my future. Well, let's hope he was right. Head to Nar Shaddaa. Princess Leia, it's an honor to have a senatorial observer. You can drop the charade, Captain Stern. We both know I was sent here as a hostage, to keep my father from speaking out against the Empire. Then we both understand the situation, Senator. If your father keeps his mouth shut, I'll keep you out of harm's way. If not, you'll become the unfortunate victim of a Wookiee uprising. These slaves are mindless brutes, you know. Show me to my quarters. As you wish, Princess. General Kota. I paid for this table, so whoever you are, get lost. I've tracked you across the galaxy from Nar Shaddaa to Ziyast. Who are you? Bounty hunter. Not exactly, but I think we can help each other out, Jedi. But I'm no Jedi now. And not since this. I don't need your eyes, just your mind and everything you know about fighting the Empire. Well, nobody fights the Empire and wins, boy. What's that over there? He's in that area. Well, you better hope you're wrong about that, General. There he is, over there. Stop right there! Да прибудет с вами сила, друзья! С вами снова Дарт, и мы продолжаем, опять же, Star Wars The Force Unleashed. Да, и сейчас мы, получается, нашли генерала Кота, увидели предстоящие витки сюжетки, да, то, что на Кашиик опять вернемся. Там Вуки совсем поработили. Это чувак даже пояс из Вуки сделал себе. Пипец. В общем, я так понимаю, будем спасать принцессу Лею. Каким образом, пока не знаю. Ну, в смысле, как это по сюжету завяжут, я вроде помню примерно. Но пока не догадываюсь. В общем, наша задача сейчас будет защищать слепого генерала Кота, который пьяный такой будет ходить рядышком, да. На него будут, естественно, все нападать, а мы должны будем все отразить. Сейчас я поменял все мечи, кристаллы в мече, потому что у меня открылся новый. Я решил попробовать. Так, ну тут прокачаем еще что-нибудь, освоение силы. Так, еще какой-нибудь прием сейчас откроем. Почему, собственно говоря, и нет. Нам не помешает. А, окей, бросок меча вообще классно. Беру. Сейчас заодно попробуем на этих, на урднотах, которые тут бегают. Вот это урднот называется. Так, что-то прогрузка идет жесткая. Оп! Отлично, мне нравится. Так, куда пошел? Так, нет, подожди. Во! Отлично. Только, к сожалению, тратится вся... Очень много силы тратится на это. Так, никаких этих тут нету. Типа, что убьешь дроида, убейте там 6 дроидов, уничтожьте, типа.
Так, у нас тут имперская гвардия. Не знаю, как эти именно называются. А, стражи имперского сената они называются. Окей. Так, этого мы так убьем. При этом я могу бросать световой меч не только при помощи захвата противника. Я могу просто на него навестись, нажать блок, как бы R, да, английскую. И выбрать там бросок меча, и я в этого противника запускаю бросок мечом. Кристалл силы Ру-сан. Давайте посмотрим, что дает этот кристалл силы. Так, в данный момент у меня стоит способность отражать бластерные заряды всякие, а тут на выполнение силовых приемов, короче, меньше силы тратится. Почему бы и нет? По-моему, это более выгодно. Так, разрубили астромеханика, официанта. Так, ты ушел, давай отсюда. Так, интересно, тут за разрушение вот этих витрин или как стекла, я не знаю, дают что-нибудь? Походу, нет. Так, тут нет штурмовиков, хорошо, но я нашел голокрончик. Нестабильный золотой кристалл, ладно, пока менять не будем, синим побегаем. В общем, походу я нашел себе кристалл светового меча другой, да, потому что он автоматически изначально вроде синим, даже в трейлере, в CG ролике, да, был изначально типа синий, то есть я, видать, выбросил тот красный и взял синий, типа я теперь на стороне добра. Наверное, Старкиллер теперь такой у нас. Оп! И опатя, выкинем чертям. И второй. Вот эти слабые, скажу честно. То есть тут есть еще два подвида этих имперских гвардейцев. Так, ну я вряд ли эту штуку выполню. Да, мне кажется, я не смогу всех карбонить и заморозить. В общем, это самый слабый. Тут есть красный, это имперская гвардия. Которая именно императорская, точнее. Вот эти красные ребята, которые Лею сопровождали. Вот они очень мощные. Они... Вот этот не может сопротивляться моим силовым приемам вообще никак. И в бою он слабый. То есть я могу тупо взять его и подбросить куда-то, да? А императорскую гвардию вроде так не получится подбрасывать. Они типа умеют сопротивляться. Их этот обучил император сам. Наделил их темной стороной силы. Так, этот чувак застрял, окей. Какого хрена? Я целился, был нацелен на него. Почему в генерала кого-то попали? Ну, еще есть в качестве мини-босса, это какой-то теневой гвардеец, вроде, или как так он называется. Вот, типа, вообще мини-босс, более мощный такой вообще. Его прям на какие-то задания можно посылать. Если императорская гвардия тупо его охраняет, да, то этот чувак выполняет какие-то личные задания самого Сидиуса, наверное. Так, ну ладно, я тут заговорился. Так, еще один бежит. А, или ты тут выжил? Нифига себе, братан. Не зря тебя гвардейцем сделали. Так, у нас еще новый тип врагов появился. Снайперы. В общем, когда видите такой желтый луч, значит, у вас снайпер нацелен. И вы получаете соответствующий урон, очень мощный. То есть много здоровья тратится. Типа прямой наводкой вас из снайперской винтовки попали. Или снайперского бластера, будет выгоднее сказать. Бластерной винтовки. Так, ну-ка идите-ка сюда, засранцы. Оп! Оп! Так. Ты чё, борзеешь? О, еще один новый тип врагов. Это, в общем, у нас... как он называется-то? Пока не написали, к сожалению. Ну, наверное, какой-то десантник, штурмовик. В общем, за вот эти два видоса вы увидели 6 новых типов врагов. Хотя бы за это можете лайк поставить. Ну, не мне хотя бы, а типа самой игре, если кто не видел. Игра, как по мне, прикольная, да. Так, побегать или узнать немного о Звездных Войнах. Здесь все-таки Лукас помогал делать эту игру. Ну, тут более-менее вроде как все по канону сделано. Если что, события для тех, кто пропустил первый видос или пропустил мою фразу. В общем, видео,
Игра эта сделана по событиям между третьим и четвертым эпизодами фильма. То есть новой трилогией от Лукаса. Так, куда я выкинул Коту? Надеюсь, он жив. В общем, новая трилогия и оригинальная. Вот между ними события тут происходят. Я думаю, вы и так сами догадались, то, что я еще отлавливаю джедаев, которые выжили после приказа 66. Так, еще одну сферу получил. Хорошо. Так, где этот засранец летающий? Так, тут ничего нет. А вот они двое. Так, если попасть ему в рюкзак молнии, то он, короче, он становится у него неисправен, он куда-то улетает и взрывается. Летающий имперский штурмовик, да, вот так вот он называется в этой игре. Я думаю, десантник, типа. Так, защитить генерала Коту. Ну, я, собственно говоря, этим и занимаюсь. Только я не знаю, куда он пропал. Так, я собрал все голокроны, невероятно. Так, я не знаю, его куда-то выкинул, он, походу, в соседнее измерение куда-то попал. Если что, мы, кстати, около облачного города, вроде бы. Вот там вот он, на заднем фоне. То есть мы на Беспине. Да, вот этот вот. Напротив нас как раз-таки летающий город. Один из летающих городов, наверное. Где добывает этот газ какой-то, забыл, как он называется. Тибана или как? Нет, нет. Или Тибана газ добывает, вроде Тибана. Если что, поправьте в комментариях для тех, кто шарит. Так, это вот у нас у урднотов какой-то этот, как он называется, шагоход. Так, что это фигня делает, мне интересно. Вот опять штурмовики эти, гвардейцы прибежали. А, жесть! А, прямой наводкой и снайперки, и еще этот чувак мне пальнул, десантник. Пипец. Было больно. Так, ну ладно, хоть бежать не надо там с 3-9 земель, там, с 3-9 галактики, я бы даже сказал. Так, Кота тут еле ходит. Чё он вообще меч, типа, активировал? Он, типа, вообще вроде ничего им не делает. Не убивает никого, не отражает бластерные выстрелы. Какой смысл? О, ничего себе, я понял, что это делает. Она меня подкидывает. Окей, окей, окей. Так, туда дальше я не лечу, ладно, печаль. Так нечестно, я не могу ничего сделать. Так, ты куда собрался? Так, ладно. Ау. Отлично, сразу двух заморозил в карбоните, но я тут на всех бочат не хватит. Так, больно, вот смотрите, сколько он снес. Одну шестую, наверное, здоровья снес он выстрелом. Блин, как эту хрень взорвать? О, спасибо, кто-то мне помог. 6 из 10. Ну, я сомневаюсь, что я выполню эту дополнительную задачу. Так, пошли все вон. И ты иди вон. О, прямо в их шагоход. Просто шикарно. Так, нет, на этих так не работает. Ну, в общем, такой шагоход примерно у имперцев есть. Он типа погрузочный. То есть он типа может притягивать объекты какие-то вот так вот, да, и потом метать их. Ну, либо переносить. Только у имперцев он гораздо больше и может вас тупо раздавить. У руднотов же он поменьше, собственно. Так, пипец, там 10 тысяч снайперов у меня нацелено. Так, возьмем, что это у нас, голокрончик какой-то. Бесконечная энергия. О, это вы зря сюда приперлись. На, получай всю... А, черт, снайпер. Ладно, здесь я не буду вырезать вот эти мои фейлы. Потому что, ну, почему бы и нет, посмотрите. Я разозлил местных? Каким образом вообще? Я им ничего не делал. Ну, подумаешь, убил парочку, когда пробовал бросок светового меча. Не думаю, что они обиделись. Либо просто эти урноты, они были лояльны империи, поэтому они обиделись. То есть им нравится работать на империю. Так, ребят, сколько вас там бежит? У меня бочки с этим, с карбонитом тут еще есть, кстати.
Так, получится в него кинуть, нет? Что я сделал сейчас? Нет, я ни в кого не попал. Печаль. Я сбил разведчика. Точнее, нет, я кинул разведчика и убил штурмовика. Это было топово. Чё ты тут встал, твою мать? Хватит. Ты меня тоже бесишь. Эти урноты заколебали. Пипец, он метается. Слушай, а если я... Нет, я не попал. Ну ладно. А, больно. Все, вроде я его уничтожил. Так, сейчас будем с ними разбираться. Ой, нет. Да откуда вы беретесь? А, да больно же, пипец. Сейчас еще добью, тут по-любому отвечаю. Сейчас еще опять переигрывать придется. Да, меня убили. На этот раз урноты. На своем шагоходе дурацком. Так, ну все, я думаю, это последняя попытка. Я думаю, вам надоело уже смотреть. Так. Сразу иду за Галакроном. И будем разбираться с первым шагоходом. Бесконечная энергия у нас все равно. У него еще тут лазерная установка, как видите, имеется. Потому что он может еще и помимо того, что метать, он еще может нас стрелять. Имперцы до этого не додумались. Да все, все, отлично. Минус один. А, жесть, сам себя попал. А, да что ты делаешь-то? Успокойся. Сейчас я с тобой разберусь. Так, тут ничего нет. Окей. Да хватит. Угомонись уже. Не, пипец, он меня жарит этой лазерной винтовкой вообще. Блок не работает. Окей. Чё за фигня? Нафиг этот блок нужен, если он не отражает ни одного выстрела? Я думал, типа, наоборот, в него направить, и, типа, он получит урон, но не вышло. Так, опять эти снайперы. Давай, спускайся, чё. Я тебе даже помогу. Так, отлично, 7 из 10 замороженные, но я, да, как я и говорил, у меня не получится выполнить эту дополнительную задачу, тут слишком мало карбонита на карте. Ну, сейчас бы было, допустим, 8, да, если бы я в него попал. Ну, в принципе, можно было, учитывая, сколько раз я тут помер, да, заново, типа, если пробовать. Можно было как-то попробовать, ну, ладно. А вот если играть с первого раза, то тогда не получится. Бочек слишком мало, ну, я считаю. Так, ты еще жив? Блин, он еще жив. Так, хватит. Вы заколебали, я вас ненавижу. Так, интересно, на него это как-то сработает? По-моему, нет. О, он взорвался. Шикарно. Такие мелкие. Прикольно. Очень мало им электричеством сносит урона, больше урон, конечно, от рубящих ударов. Оп, не получилось. Так, успокойся ты, господи, сколько можно вас мутузить. Да все, убери свой лазер, надоел, у меня вообще чуть-чуть здоровья осталось. Так, уже хорошо. Вроде ничего не пропустил. Опа, снайпер. В коту целится. Ах ты ж засранец. Вот, собственно говоря, про него я вам и говорил. Теневой гвардеец. Так, где этот урод? А, вот он. Так, ну, естественно, он пришел еще с дружками, которые сейчас мне снесут, наверное, все здоровье. О, фиолетовая молния, видите, да? Его наделили темной стороной силы, да. И у него фиолетовый цвет молнии, который он запускает.
Он, короче, пытался схватиться за этот, за ящик, который около него стоял. Это прикольно. То есть я его поднимал, он такой за ящик хватался, прикинь. А, или мне показалось. Не знаю, но было прикольно все равно. Такой типа, а, нет. Так, вот эти летающие засранцы меня прям бесят. На, получай, штурмовиком тебя собью. Так, братан, наводись на него, а не на этого урода. Блин, он заколебал, он меня силовыми толчками меня тут задевает. Так, вы... Вот, да блин, наводись. Ар! Так, о, класс. Это этого огреб еще. Все, получай. Наконец-то. Отлично, теперь давайте с ним разбираться. Офигеть, что он может, он меня подбросил. А, он захват применил. Я тебе применю захват. Ты что такой мощный-то, я не понял. Хотя нет, слабый. Удар от меня отхватывает только так. Такой типа, стой, подожди. Так, этот ублюдок меня заколебал, вот этот вот летающий. Так, ага, понятно, этого не работает. Так, наводись на него. Да хватит. Это еще летает тут рядышком. Все, все, давай, давай. Отлично. Ну, здоровье, конечно, не особо у меня осталось. Я тебе сейчас пальну. Опа. На мне свою силу не применяй. Ой, я подлетаю, а он нет. Печаль. Я думал, он подлетит. Офигеть, он чемодан к себе притянул, в меня запустил. Негодяй. Если ты сейчас меня убьешь, я не знаю, что я с тобой сделаю. Так, тут даже нигде этих имперцев-то нету, чтобы здоровье взять. Так, во. Это был у нас шоковый рывок. Хотя, вы знаете, может и так получится не разобраться. Не знаю, посмотрим. Ай. Ну, в принципе, он наносит урон, но не такой уж и большой. То есть я прокачал, что у меня уменьшение урона. Походу не зря прокачал сопротивляемость. И сейчас я от него огребаю меньше, чем мог бы огрести. Он от меня огребает гораздо больше, потому что он меня бесит. Необузданная мощь просто, понимаешь? Слушай, у тебя уже все, у тебя шкала кончилась. Отлично. Опс. Вот это я его классно подбросил. Вообще такой брейкденс. It's a fool, Aaron boy. The Emperor's army is infinite. You'll eventually be killed or worse, and nothing will have changed. But wouldn't you rather die on your feet than drown in some cantina? I don't know. But I do have a contact in the Senate who could use your lightsaber. Where's your ship? Ну что ж, мои дорогие подписчики и зрители канала, надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу канала, в группу мою по Звездным Войнам. Там комментарии, лайки, все вот это, да. Прошу сейчас вас не отключаться, потому что, ну, мы с вами, естественно, увидимся в следующем видео, но тут в конце еще будут ролики, я решил в этом видео их оставить, которые будут посвящены нашему следующему заданию. Так что, если вы такой терпеливый, что дождались этого момента, то вы, ваше терпение вознаграждено. I was beginning to worry that you died in your sleep. Oh, well, I'm starting to wish that I had. We've reached Kashyyyk. I still think this mission is too dangerous. The planet is completely controlled by the Empire. Your contact better be reliable. I trust him. He smuggled me to Cloud City, and he's an old ally to the Jedi Order. But all you need to know is that there's something very valuable to him down there. You get it, and maybe he'll agree to help you fight the Empire. Get what? Patience, boy. Have we been spotted? No. The cloaking device is fully functional. Then take us down.
So what am I looking for, General? You'll know when you see it. Yeah.